Здравствуйте, дорогие друзья, спортсмены, тренера. Поздравляю вас с окончанием очередного года. Этот год для вас и для меня, наверное, был очень тяжелым, в то же время плодотворным. Желаю вам и в следующем году новых побед, новых свершений. Так что делайте свою историю сами и верьте, что вы хозяева своей мечты, судьбы. Удачи вам! Доброго всем вечера! Как я мечтал вас поздравить воочию со сцены, но, к сожалению, видите, съемки в кино отнимают очень много времени. Вот, вот такой вот врач перед вами стоит и поздравляет вас с наступающим Новым годом. Я рад, что сегодня боксерский форум здесь, в этом зале. Я рад, что сегодня здесь очень много титулованных спортсменов, тренеров. Ну и совсем молодых ребят. Поздравляю сначала ветеранов, те, кто завоевал медали, титулы, славу, принес городу почет и гордость. Поздравляю, спасибо вам за все, что вы сделали. Теперь я обращаюсь к молодым, тем, кто сейчас на ринге. А также к тем, кто их готовит, кто им ассистирует, кто там рядом с ними во время поединка. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в Новом году побед. Только побед. Не забывайте, пожалуйста, что вы бьетесь за Питер, за потрясающий боксерский город. Всегда этот город считался боксерским. Отсюда вышло очень много потрясающих мастеров. Ребята, пожалуйста, мы очень за вас болеем. Не останавливайтесь. Вперед, только вперед. Дай вам Бог силы, энергии, стойкости, ну и терпения. Без терпения в боксе ничего не получится. Ребята, дорогие ребята, я обращаюсь, самое главное, ко всем болельщикам, но... В своем лице, в лице болельщика, я обращаюсь ко всем ребятам, которые бьются за нашу страну, бьются за родной Питер, за родную Москву, за родной Екатеринбург. Я хочу пожелать вам удачи, самое главное – здоровья и самое главное, чтобы у нас что-то получалось, чтобы у людей, для которых триколор – это не просто какая-то картинка в углу во время трансляции, а что-то значит внутри. Поэтому для таких людей мы все перед вами преклоняемся и очень надеемся, что у нас будет что-то получаться, и мы возьмем первое место, и второе, и третье, не будем никогда отдавать. Покажем, кто здесь хозяин. Ребята, удачи и здоровья еще раз. Поздравляю Федерацию бокса города Санкт-Петербурга с Новым годом. Желаю всему коллективу крепкого здоровья, счастья, благополучия, ну и новых спортивных побед в Новом году. Удачи, в Новом году увидимся. Привет, Россия! Привет, Питер! Приветствую всех спортсменов России, любителей спорта. Хотелось бы, конечно, лично присутствовать на чествовании чемпионов, на вашем празднике, но так как я сейчас далеко от России и делаю это вот с помощью интернета. Так вот, хотелось бы пожелать вам успехов, удачи, продолжать в том же духе. Многие выступили из нас, из вас достойно. Позади Европа, Универсиада, Всемирные игры. Вот. И мы показали, что Россия может и может очень многое. Россияне всегда были, есть и будут лучшими. Так вот, следующий год, я думаю, у нас будет еще как-то плодотворней. Я буду делать на профессиональном ринге успехи, вы давайте делайте на любительском, на олимпийском боксе успехи. И следующий год, я надеюсь, нам даст, России даст новые медали и новые титулы. Вот. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, успехов, как жизненных, так и спортивных. Вот. Все у нас впереди еще, так что надо оставаться, быть сильными и продолжать в том же духе. Уважаемые друзья, хочу в преддверии Нового года немного подвести итоги. Вы молодцы. На самом деле Питер в любителях очень сильно
подрос. 4 наших пацана теперь в сборной России. Это ли не результат, это ли не работа? И всех тренеров, которые постарались сделать так, чтобы Питер был наиболее полно представлен в российской сборной, тоже поздравляю с наступающим Новым годом. Ну а боксерам желаю в наступающем году оправдать надежды питерцев, своих тренеров, болельщиков, близких, встретить Новый год достойно, как говорится, в спортивном режиме и готовиться к новым соревнованиям. Желаю удачи, побед и еще раз поздравляю с этим замечательным результатом, которым вы заканчиваете 2013. Николай Валуев всегда с вами. Удачи, ребят, побед!